Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Возвращение соседей из ада». Так, начать игру. Сделал гадость, сердцу радость. Как мы скоро увидим, наш сосед тот еще тип. Редко застанешь его мирно сидящим в кресле. Исключение только подтверждает правила. Может, он просто затаился и что-то высматривает. Вуди это не по душе. Придется навестить соседушку. Окей. Зашибись, соседи, да? Правильно, Вуди, я тебя прекрасно понимаю. Такой вредитель. В серии сделал гадость, сердцу радость. Так, ну что ж, друзья мои. Обучение. Ротвейлер даже не задумывается о том, что к нему проникнут незваные гости. Он хочет просто проваляться еще один день. Пора осмотреться и подготовить для соседа ловушки. Так. Если я что-то и знаю о мистере Ротвейлере, так это то, что он верен своим привычкам. Вначале он делает что-то одно, и только затем другое. А потом начинает весь цикл заново. Избегайте встречи с мистером Ротвейлером. Лучше спрячьтесь в безопасных комнатах. Ага. Сидит он тут. Сосед ТВ. Так, ну он ничего не делает, ребята. Он просто смотрит этот. Тихо, 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 тихо. Куда это он? Куда он собрался идти? Давай спрячемся, наверное. В подобных укрытиях вам ничего не угрожает. Так вот я и хочу как раз спрятаться в шкаф. Куда он пошел? Так, он смотрит в окно. Че, облизывается? Че, я опять что ли пойдет смотреть телевизор? Ты серьезно? Так, а что мы тогда можем ему сделать, ребят? Какую пакость? Ну я думаю, наверное, что-то на кухне. Чтобы он, может быть, подскользнулся. Так, тихо. В мебели и в коробках можно найти полезные предметы. Ну-ка, что мы тут с тобой можем найти? Так, собранные предметы появляются в вашем инвентаре. Применив их к объектам окружения, вы сможете подстроить очередную пакость. В данный момент мы с тобой нашли яйцо. А куда я могу яйцо это применить? О-о-о-о-о, бежим, 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 Вуди. Успели. Так, надеюсь, он не будет спускаться. Так, подожди, пока он там смотрит, мы с тобой давай посмотрим, что у нас в комоде находится. Что это такое? Подушка-пердушка? Слушай, зачем нам подушка-пердушка? Погоди-ка, мы, может быть, что-то можем в микроволновку положить? Используйте предметы, сочетая их с окружающими объектами, чтобы получить нечто новое. Поздравляем с успешной подготовкой первой пакости. Нужно лишь совмещать подходящие друг другу предметы. Так, ребята, что у нас тут получилось-то? Я не могу понять. Кажется, яйцо уже спеклось. Ой, идет. Одна из подготовленных вами пакостей вот-вот сработает. Оторвитесь от дел и наслаждайтесь представлением. Вот так вот будет знать.
Пускай убирается, да? Так, а мы с тобой что можем еще сделать? Пойдем посмотрим. Нет, 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 Вуди, вылази. Давай посмотрим, что у нас в ванне есть. Все равно сосед ничего не делает. Ходит туда-сюда. О, смотрите этот объект. Чтобы получить полезный предмет, прокручивайте колесико вверх и вниз, сопоставляя значки в каждом ряду. Так, секунду. Ну, например, вот так вот мы с тобой сделаем. Так, погоди-ка. Чего-то нам не хватает, верно? А чего нам не хватает-то? Каких, может быть, клей? Клей, ребята. Мы нашли с вами клей. Так, а вот это вот я взять не могу, да? Слушай, а насчет клея я, кажется, знаю, что мы можем с тобой сделать. Давай-ка мы попробуем. Ой, Вуди. Убегай. Твою ж налево, чуть не спеклись. Вот бы было бы сейчас комедия. Слушай, у нас вот есть... А, подушка-передушка, мы ему на кресло поставим. А вот это я хочу сюда. Ну ты понял прикол, да? Когда он будет смотреть в этот бинокль, у него глаза прилипнут. Так, а мы с тобой пока пойдем подушку-передушку мы положим под задницу. Так. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Ай, дурила. Так, превосходно. Теперь вы можете сохранить набранные очки, выйдя через парадный вход или точку эвакуации. Останьтесь, если хотите продолжить игру и добиться еще большего успеха. Я хочу продолжить. Тихо, уходим, Вуди, уходим. Я еще с подушкой-пердушкой не закончил. Я хочу, ребята, ему поставить. Ну, ты понял, да? Куда я ему хочу это поставить? Как раз вот на его кресло, да. И, в принципе, больше здесь у нас ничего не останется. Слушай, а где же его эта женушка-то? Прекрасная толстушка. Так, подушка-пердушка. Все, ребятушки. Больше здесь нам делать нечего. Мы сейчас посмотрим, как сработает последний прикол, и будем с тобой уходить. Ну-ка. Да-да. Злится, злится. Слушайте, ребята, а здесь, оказывается, можно еще один прикол, видишь? А в чем он заключается? Видишь, можно еще монетку получить. Так, секунду, где-то я чего-то не досмотрел. Давай глянем. Может быть, это что-то с... Подожди, с пианино связано? Да заходи ты, Вуди, быстрее. Так, давай посмотрим. Слушай, нет. Хм. А что же тогда? В туалете мы с тобой, по-моему, все посмотрели. Может быть, конечно, здесь что-то еще есть? Нету, говорит Вуди. Вуди говорит, что ни шиша нету там. Хм. А вот этот почему у нас закрыт? Как сюда вот? Эта дверь ведет в подвал. Туда мне не пройти. А не пройти тебе, потому что у тебя нет ключа, верно же? И ключ нам с тобой пока... Хотя, погоди-ка. Может быть, на кухне вот здесь где-нибудь в этих полочках есть? Нету, ребята. Ха-ха. Нету? Ну что же, ладно, давай тогда выходить с тобой. Покидать эту зону. Ну что же, успех. А мы продолжаем. Так, здесь где у нас яблочный пирог? Сюрприз ко дню рождения. Сделал гадость сердцу радость. Ну что, давай, наверное, возьмем с тобой утиль экрана. Воскресный отдых. Сосед развалился в кресле перед телевизором с непременной бутылкой.
У телеэкрана. Воскресный отдых. Сосед развалился в кресле перед телевизором с непременной... С непременной, блядь. У телеэкрана. Воскресный отдых. Сосед развалился в кресле перед телевизором с непременной бутылкой пива в руке. Время от времени он заставляет себя вставать и тащиться к холодильнику за новой бутылкой. Как же Вуди улучшить момент для пакостей? Поживем, увидим. Решает Вуди и незаметно пробирается в дом. Так. В серии у телеэкрана. Так, значит, он опять сидит на своем кресле и ходит сюда взять пивко. Ну-ка, что у нас тут? Пила. Это интересно, пила. Так, давай-ка мы с тобой... Слушай, он в туалет не будет ходить? Нет, он идет за пивом. Так, Вуди, выходи. Он идет за пивом, мы сейчас посмотрим, что у нас тут. Туалетная бумага есть. Так, если мы ее возьмем. Так, секунду. А здесь... Так, это слабительное. Так, 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 ребята. Больше ничего нету. Смотри, что я придумал. В пиво мы можем с тобой повесить слабительное. Ну, налить, так? Так. Так, вот он сейчас пойдет. А ножку можно будет подпилить? Можно, да? Уходим, уходим, Вуди. Пускай он шлепнется. Ну-ка, как это будет выглядеть? В плане. Не получилось? Так, что у нас в холодильнике здесь есть? Давай посмотрим. О, тихо, он бежит. Он бежит, друзья мои. Так, быстрее, Вуди. Ты можешь бежать? Давай еще разок попробуем с тобой. Эй, тихо-тихо-тихо-тихо, уходи. Да что ж ты какой-то быстрый, а? Этот сосед просто неугомонный, друзья. Он мне не дает нормально ничего сделать. Что мы можем с тобой со слабительным сделать? Ну, в пиво, да? Отлично. Так, в холодильнике что мы там находим с тобой? Опять яйцо? Ну, яйцо мы, как всегда, по стандарту. Уходим, 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 Вуди. Успел. Так, пошли в шкаф быстро. Да-да-да-да-да, тебе по делам. Так. Тут видишь еще, ребята, шкала злости у него растет. Шкала злости. Слушай, конечно, ему нужно будет подпилить. Вот насчет туалетной бумаги я пока, честно говоря, не понял, что мне с ней делать. Ага, ага. Побежал. А, туалетной бумаги нету. Ребята, у него злость просто зашкалила. Так, короче, ага, он пошел так. Он пошел за пивком. Он пошел, ребята, за пивасиком. А мы с тобой сейчас как раз в этот момент подпилим ему. Ты будешь подпиливать-то? Да поздно уже, блин. Твою ж налево, какой он быстроход, а? Так, подожди-ка, у него пиво там до сих пор, да, по-моему? Опс. А я еще не спрятался. Блин, ну ты посмотри, а. Вот гаденыш. Так, одной жизни меньше. Хорошо, что у тебя их три. Действительно, хорошо. Так, он пойдет сейчас куда? Так, пока он там психует, я должен сделать, ребята, последнюю пакость. Ага, ага.
Так сколько ты будешь пилить-то там, эй? Ага, все. Вот оно как, ребята. Оно даже несколько раз должно... Ну, он должен был ему несколько раз подпилить. Так, ладно. Слушай, а здесь смотри-ка, еще должны быть какие-то приколы. Сейчас он шпякнется. Ну-ка, посмотрим. Да-да. Психует тут, а? Злится он, посмотри на него. Отлично. Так, он сейчас опять побежит в поле. Слушай, ну мы с тобой выполнили определенное задание, ведь так? Довольный, блин. Все, нам нужно отсюда сбегать, друзья мои. Вот, видишь, флажок стоит. То есть выполнили определенное количество заданий, чтобы мы смогли с тобой завершить его. Так что уходим. Единственное, что непонятно, где у нас, ребята, ключ вот от этой кладовки. Хотелось бы, конечно, его получить. Может быть, потом, со временем. Ну что ж, мы продолжаем. Так, какой бы нам выбрать... А тут что, еще и наверху, что ли? О, там, ребята. Ё-моё. Так тут очень много уровней, оказывается. Я-то думал, что вот это вот последнее, что, ну, как бы, что мы с тобой проходим. И все. Ну, ничего подобного. Так, давай-ка мы с тобой возьмем, наверное, футбольные баталии. Футбольные баталии. Наш сосед ярый футбольный болельщик, за исключением тех случаев, когда мяч попадает в его окно. А ему всего-то хотелось немного расслабиться, поиграть на пианино. После таких переживаний лишь любимая фиалка Сьюзи может успокоить его нервы своим ароматом. Но Вуди вновь выходит на сцену. Так, Вуди, что же мы с тобой сделаем? Так, во-первых, хочу сумку глянуть. Так, гантелька. Оу-оу-оу. Так, а если мы вот так вот с тобой сделаем? Ага. Так, он выпинывает. Портрет напоминает... А, это матушка соседа. Оказывается, я думал, что это его жена. Это матушка. Так, куда он идет? В плане? Ёб красоты, я думал, он ко мне в шкаф сейчас заглянет. Значит, он свои цветочки нюхает, да? После этого он идет обратно в комнату. Так, друзья мои, давайте-ка мы заберем опять бумагу туалетную. Так. Это что такое? Это мыло. А здесь ничего нету. Слушай, мыло мы, наверное, можем с тобой использовать. А что, я эту что? Нет, здесь ничего не могу сделать. Так, он сейчас пойдет нюхать свои цветочки. Так, вместо вот этой штуки мы... А, я понял. Когда мячик попадает в окно, мы, наверное, можем туда засунуть шар для боулинга, так? А вот где мыло? А, мыло, скорее всего, вот в этой луже мы можем использовать. Сейчас мы с тобой это проверим. Так, Вудик, давай-ка быстрее. Ну, Вуди, ну быстрее, ну ё-моё, ну вот сидит там сопли, блин, жует. Во-первых, мыло. Ай, идет, 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 идет. Блин, ага. Вот так вот тебе, гаденыш. Так, вытирает лужу, походу, да? Слушай, когда он свои цветочки нюхает, как мы можем... А, мы можем, знаешь, как сделать? Смотри внимательно. Он сейчас пойдет нюхать цветы, так? Так. А мы с тобой быстренько... Подожди-ка, подожди-ка, подожди. Блин, ладно. Хотя, нафига я сюда пришел? Что-нибудь тут есть, можно взять?
ноты. Ух ты. Вуди. А что там было, я так и не понял. А, мобильник. Ну где футбол-то? Где мяч? Да подожди ты, блин. С помощью мобильного телефона можно отвлечь соседа. Как? Как с помощью телефона отвлечь соседа мне? Объясни мне, на милость, как им с помощью этого телефона, ну-ка. Ну, я так и понял, что тут ничего нету. Ну-ка, попробуем. Куда, сюда, что ли? Ага. Пошел опять свои цветочки нюхать. Нюхач. Так, а у нас в холодильнике есть что-нибудь? Сыр и яйцо? Да что ты... А что, он только один раз может позвонить и все? Блин, этот мячик, а как мне его поймать? Мяч этот. Сыр, что с сыром, сыром, сыром? Может быть... Хм. Что можно сделать с сыром? Сыр воняет как городская... как городская свалка. А он нюхает, да? А он нюхает этот сыр. Шар очень тяжелый. Вот. Давай, Вуди, сматывайся. Есть, я успел, ребята. Ой, дурила, а. Так ему и надо. По делам. Кого-то прибил там еще. Слушай, значит, сыр. Сыр. Мы с тобой будем применять вот на эти цветочки. А яйцо, наверное, все-таки в микроволновку, да? По старой схеме. Меня вот это вот немножко смущает. Для чего мы должны вот так вот делать? Зачем вот это нам нужно? Для меня это непонятно. И туалетная бумага. Тоже, согласись, зачем? Тихо-тихо-тихо, Вуди. То есть он должен будет пойти в туалет. Так, если мы, предположим, сейчас вот так вот сделаем. Ага. Будет супер-пупер аромат. Слушай, а нам нужно с тобой... Что? Ага. Это очередной прикол. Придется им отмывать. Так, понюхает. Слушай, нам нужно будет еще какой-то один прикол. Я не могу понять, с чем он связан. Тут мы с тобой ничего сделать не можем. Сейчас он понюхает вонючку. А, все, ребята, бумаги нету, да? Туалетной. Вот и будет второй прикол. Или подожди-ка. Нифига. Что он там идет делать будет сейчас? Ага. Так, секунду. У меня вопрос. У меня, друзья мои, вопрос. Что я должен сделать? Туалетная бумага. Так, может быть, здесь что-то пропустили? А, что это?
Использовать фломастер. Понял. Я понял, ребята, что мы с тобой сейчас делаем. Мы ему сейчас, наверное, где у него ноты? Что-нибудь тут, да. Что-нибудь ему испортим. Ну, где вот остальные два прикола? Вот это для меня, конечно, загадка остается. Иди, играй свою музыку. Композитор кислых щей. Так. На всякий случай спрячемся. Да, друзья мои, мы с вами выполнили задание, поэтому можно покидать его дом и переходить на следующую миссию. А следующая миссия у нас с тобой, ой, тут еще три. Банный день, яблочный пирог и сюрприз ко дню рождения. Но я думаю, наверное, мы с тобой уже в следующий раз их поиграем. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.